И всех приветствую себя на канале. Да, и продолжаем сегодня играть в этот квест. Интересно. Так. Продолжим. Что же здесь у нас? Так, осмотрим. Здесь покоится один из тройняшек Бенсонов. Тебя будут помнить за изумительное сходство с братьями. И не только за внешность, но и за беззаботное обращение со взрывчаткой. Дядюшка Тим, ты был прекрасным человеком. На твоем примере мы узнали, что не стоит смешивать воедино приверженность простым маленьким радостям и ручные гранаты. Да, это не может вместе. Здесь покоится один из тройняшек Бенсонов. Тебя будут помнить за изумительное сходство с братьями. И не только за внешность, но и за беззаботное обращение со взрывчаткой. Здесь покоится один из тройняшек Бенсонов. Тебя будут помнить за изумительное сходство с братьями. У вас нет там ничего. Надгробие тяжело носить с собой, так что обойдусь. Надгробие тяжело... Ясно. А что-нибудь? Не желаю болтать с мертвыми. Они только и твердят. Мозги и мозги. Так, что же нам здесь? Многие спотыкались о корень внизу и катились по лестнице склепа. Поэтому директор кладбища решил установить этот деревянный бортик. Многие все еще падают с лестницы склепа, но только в те дни, когда я натираю бортик воском. Ясно. Это кладбищенский склеп. Внутри слишком темно, а ступени очень высокие. Ужасное сочетание. Или прекрасное сочетание, если вы собираетесь сбросить кого-нибудь с лестницы. Понятно. А здесь что у нас? Мы никогда не забудем о тебе, Дылда, что вечно кашлял в трактире. Надгробие тяжело носить с собой. Так, грязная лужа. У меня есть дела поважнее. Некогда мне стоять и пялиться на грязь. Хотя это почему-то расслабляет. Интересненько. Чарльз, ты всегда говорил нам, несмотря ни на что, следуйте за своей мечтой. Жаль, что ты мечтал остановить грузовой поезд на полной скорости своим подбородком. Нам будет тебя не хватать. Ой, прикольно. Запомните меня таким, каков я был. Великим и вовсе не лысым. Гонзо Смит. Доктор, юрист, путешественник, добрый муж, драконоборец и король западных земель. Без тебя группа поддержки неисправимых лжецов никогда уже не будет прежней. Так, ну мы нашли еще одного этого. Так, куча костей. Это куча костей с двумя милыми черепками наверху. Можешь что-нибудь взять? Может, стоит взять косточку, но черепа трогать не стану. Вдруг укусит. Наверное, говорить с ним сразу. Привет! Кто идет? А, это ты. Дэн Типпот, верно? Да, да, ты совершенно прав. Я — это он. Вернее, это я, Дэн. А ты у нас? Я Мангуст Ромеро. Быстрейший из братьев Ромеро. Как ты узнал меня? Ведь я точно Дэн Типпот. Ну, ты же сказал нам, что наденешь броскую шляпу. Ах, да, точно, моя шляпа. Как по мне, тебя было бы проще узнать, знай мы, что ты постоянно носишь странную маску с улыбкой. А, кстати, почему ты носишь эту маску? А, да, маску. Это потому, что я очень застенчивый. Не могу без маски говорить с незнакомцами. У меня проблемы с психикой. Проблемы с психикой? Ну, разумеется. Это объясняет оплату авансом. Что ты делаешь посреди ночи на кладбище? Я? Упражняюсь, конечно. Нужно всегда быть готовым к бою. Никогда не знаешь, вдруг придется сразиться с призраком, демоном или того хуже, вдруг это будет Великий Пирогораптор. Великий Пирогораптор? Где? О, так ты никогда о нем не слышал? Великий Пирогораптор, безумный фиолетовый велоцираптор.
который бросается яблочными пирогами в ничего не подозревающих прохожих. Звучит не слишком угрожающе. Это ты сейчас так говоришь. Но если однажды ночью ты в одиночестве будешь идти по темной аллее и заметишь, как к тебе бежит темный силуэт ящера, а мерзкая вонь яблочного пирога отравляет воздух вокруг, не плачь мне потом в жилетку. Но... Я понимаю тебя. Однажды я был таким же, как ты, беззаботным мальчишкой, не верившим в великого пирогораптора. До той самой печальной ночи. Я помню ее, будто все было вчера. Я шел на танцы в своем новеньком белом костюме. Когда я увидел его, было уже поздно. По мне уже стекали 3 яблочных пирога. Я пробовал вывести пятна. И так, и эдак, но ничто не помогло. Ничто. Но однажды я отомщу. О, сладкая, сладкая месть. Как скажешь, малец, только успокойся. Так. Насчет демона, которого я вам заказал. Где он? А, этот. В нашем сундуке демонов. Но не переживай, он не потревожит тебя снова. Сундук заперт на 3 замка, а ключи мы разделили между собой. Так что его не открыть без нашего общего согласия. Ага, это мы знали. Ну ладно, спросим еще раз. Не знаешь, где остальные члены твоей команды? Морж, наверное, пьет в трактире. А у Лисы была назначена встреча с мэром Даркиствиля. Видимо, она выправляет какие-то документы. Ну это мы знали, как бы. Одного мы нашли, знали, что это. Хорошо. Твои друзья сказали, что ты можешь одолжить мне свой ключ к сундуку. Должно быть, это какое-то недопонимание. Нам нельзя никому отдавать свои ключи. Я точно уверен, что они... Недопонимание. Ладно. Эй, смотри. Это же великий пирогораптор! Где? Где? Он прячется в склепе. Я его только что видел. Наконец-то! Ты загнан в угол, мерзкий пирогоносец! Погоди. Погоди-ка. Я уже через такое проходил. Это наверняка морж тебя подбил разыграть меня, чтобы потом посмеяться над моим разочарованием. Снова я на это не куплюсь. Но я его только что видел. Правда? А у тебя есть фото, отпечатки лап или кусок пирога? Хоть какая-нибудь улика? Вообще-то нет. Тогда передай Маржу, что я на его уловку не поддамся. Угу. У меня есть так, другие сказал, дела. Что... Доброй ночи и будь начеку. Отпечатки пальцев... Я предпочел бы отказаться. Угу. Может, это... Не-а. Я не могу использовать здесь кость. Так, подожди. Нет, спасибо. А, подожди, это положить надо. Я не могу использовать с этим ногу огромной курицы. Так, он сказал, что что-то возле склепа. Ладно, пройдем, посмотрим, что здесь. Он говорил, что здесь все спотыкались. Может, надо... так, у нас же есть мыло. Попробуем мыло, может? Осталось дождаться, пока кто-нибудь на него наступит. Так, хорошо, мылом мы намазали. Как же, я так понимаю, что-то нужно с этой ногой тогда. Подожди, там есть грязь. Не нужно мазать это чернилами. Может, ногой? С
сказал же какие-то что-то. Оставлю-ка я пару следов этой куриной лапой. Минутку. Мне потребуется немного времени. Угу. Престо, куриная нога теперь вся грязная. Выброшу-ка я ее. Ага, он нарисовал следы. А, наверное, надо к этому сейчас подойти и сказать, что там этот... Может, он тогда подскользнется и ключ выронит? Не знаю. Сейчас узнаю. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так. Привет! Как дела, Дэн? Так. Угу. Поспеши! Я только что видел великого пирогораптора. Только взгляни на его следы! Прости, приятель, но я не куплюсь на... Угу. О, господи! Так это правда! Следы ведут прямо в склеп! Наконец-то ты попался, яблочная ты гадина! Так, неплохо. Я настоящий мастер обмана! Так, хорошо, это мы сделали. Он что-то выронил. Кошелек, он густо. У него, может, там ключ? Как нам ключи эти добыть? Я первый увидел. Я нашел в кошельке ключ. А, все, там был ключ. А туда мы можем войти? Подожди. Очевидно, склеп в карман не положишь. А, ну здесь нет этого, точно. Так, что мы имеем? Красть так весело. В кошельке нет денег. Как жаль. Ладно, здесь, наверное, больше делать нечего. Ну, пойдемте дальше. Пройдем, посмотрим следующую локацию. Так, это мы были здесь на кладбище. Ну, давайте сюда. А. Много здесь чего. Скамейка этот, птичка. Я установил на этой скамейке ловушку. Но беда в том, что я не помню, какую именно. Я не могу использовать с этим трость. Ясно. Это памятник основателю города. Я его хорошенько изукрасил. И теперь он выглядит куда лучше. Ха, с его лицом. Ясно. Подождем. Я не стану трогать эту скамейку. Я установил на нее ловушку. Угу. Так. Похоже, у этого голубя бессонница. Не могу дотянуться. Давай его попробуем. Я не могу использовать с этим трость. Не можешь ты все трость. Может его... О! Может, спухнуть? Использовать здесь гудок не самая лучшая идея. Странно. Так, что у нас есть еще? Орешки. Если б семечки какие, не знаю. Может, косточка у него кинуть? Я не могу использовать здесь кость. Давайте тогда, ну, я не знаю, это глупо, конечно, орешки, они же не едят. Птичка, цып-цып-цып-цып. А, вот теперь вспомнил. Я установил тут взрывной заряд. Ну что ж, ожоги третьей степени научат этого голубя ничего не брать у незнакомцев. Орешки, если бы какие семечки. Так, что у меня... Почему бы и нет? Еще 2 миллиона таких же, и я смогу сделать себе новую подушку. Ясно, зачем нам перо? От скамейки ничего не осталось. А, здесь нету ничего, да? Тут раньше была скамейка. Угу. Так, пройдем. О, дедуля, иди сюда.
Это наш местный бродяга Джеффри Бэтсок. Он весьма полезен. Я перепробовал на нем множество зелий, еще когда пешком под стол ходил. Так, может, у него не что хочется взять? Мне его трогать. Воняет он ужасно. Давайте поговорим с ним. Привет! Меня зовут Сид. Я демон из Даркествилля. Джеффри Бэтсок не настолько пьян, чтобы не узнать тебя, Сид. Мы знакомы с тех пор, когда тебе исполнилось 5. Помнишь, как ты гонялся за городскими ребятишками со своим маленьким огнеметом? И разревелся, когда у него кончилось топливо. Да! Но кто-то отлил мне своего крепкого пойла, чтобы я мог веселиться дальше. Что ж, так поступил бы любой достойный человек. Ты был крошкой и выглядел очень расстроенным. Эй, а помнишь, как ты стрелял по людям из большого синего лазера? Все так переполошились. Как будто вчера было. Вообще, это было вчера. Серьезно? Да уж, кое-что никогда не меняется. Так, что ты пьешь? Что ты пьешь? Вот это. Это растворитель для клея. Может, он на вкус и не так хорош, как зрелое красное вино, но все-таки неплох. И какой же он на вкус? Ужасный. Но все лучше, чем вода. Угу. Подождите, а у нас же в ванне домик стоит какой-то. Возможно, мне надо у него забрать. Не одолжишь мне немножко своего растворителя? Но нет. Если я тебе его отдам, тогда что мне пить? Зачем ты вечно просишь у людей случайные предметы? Значит, он надо ему что-то обменять. Ты все еще превращаешься в огромного лилового монстра каждый раз, когда чихаешь? Нет. К счастью, побочные эффекты от того напитка, которым ты меня поил, улетучились. Но послушай-ка, если у тебя осталась фляжка другая, неси их мне. На вкус это было божественно. Угу. Не видел сегодня ничего необычного? Я не припоминаю ничего необычного. Но выпивка поможет мне освежить память. Нет, не освежила. И теперь я вижу все в черно-белом цвете. Так, что-нибудь есть нового? Ну, я понял, ему надо что-то принести или дать. Пока. Пока, малец. Так, у меня здесь нету ничего. Ну да, нету ничего. Чтобы я мог. Перо зачем? Это перышко того голубя с бессонницей. Ясно. Так, здесь есть что-нибудь еще? Нет, здесь видно маленькая локация. Понятно, надо ему что-то принести. А что принести? Так, дом мэра. Ну, пойдемте сходим в дом мэра. Так. Старые книжки о градоуправлении и налогах. Я их уже читал, когда вел предвыборную кампанию на пост мэра. Угу. Поймешь? Там есть парочка другая неплохих злодейских идей, но перечитывать их снова мне не хочется. Ясно. А именно? Обойдусь. У меня аллергия на дешевый сплав. Угу. Ага, вот и сундук. Внутри сундука заперта моя ненаглядная рыбка Доминго. Сундук заперт на 3 замка. Нужно понять, как его открыть. Он слишком тяжелый, мне не удастся сдвинуть его с места. Но нам, я так понял, ключи надо собирать как-то. Пару ночей назад я наложил на этот трофей цыганское проклятие. Любой, кто возьмет его в руки, превратится в жуткую свинью. Угу. Взять можешь? А. Лучше не трогать. Не хочу, чтобы меня настигло ужасное цыганское проклятие обезображивания. Угу. Так, что... Здесь мэр хранит некоторые охотничьи мемуары и трофеи. Есть что-нибудь возьмешь? Трофеи все запылились. Не хочется чихать до самого утра.
Так, конфетки. Я как-то устроил похожий розыгрыш местным ребятишкам. Оставил на улице вазочку с конфетами, только вместо обычных леденцов положил соленые. А, и еще я установил под ней противопехотную мину. После взрыва малыш Тимати несколько недель брови заново отращивал. Да. Возьмешь? Фу, эти конфеты слишком липкие и грязные, чтобы брать их с собой. Они мне все остальное перепачкают. Ясно, что ты нам... Плохо нарисованный портрет мэра Даркествилля. Так, можешь что-нибудь за картиной? Я уже проверил. За картиной нет никакого тайного сейфа. И нет, красть эту бездарную картину я тоже не собираюсь. Торшер. Нет, нет, нет и еще раз нет. Этот торшер портит весь фэншуй. Понятно. Я не стану помогать мэру с перестановкой мебели. А там что? Еще один жутко пристрастный портрет нашего мэра. Бар. Здесь мэр хранит выпивку. Открыть можно. Из бара все убрали на время перестановки. Ого, погоди-ка. Тут забыли бутылку. Виски 25-летней выдержки. Любопытно. Угу. Вот мы ее взяли. Так, а что здесь? Так, так, так. Ну-ка, мы сейчас к мэру попозже. Здесь миссис Джонсон записывает расписание дня мэра. Угу. Можешь взять. Можешь что почитать. Отличная идея. Но миссис Джонсон убьет меня, если застукает. Давай с ней поговорим. Добрый вечер, миссис Джонсон. Добрый вечер, Сид. Могу я поговорить с мэром? А встреча у тебя назначена? Да. О, правда? Дай-ка проверю ежедневник мэра. Нет, тебе не назначено. Знаешь, Сид, у меня был долгий день. Почему бы тебе не разыграть кого-нибудь другого? Разыграть? Разыграть? Прошу, не оскорбляй меня, женщина. Я не устраиваю розыгрышей. Я творю злые деяния демонических масштабов. О, я не хотела тебя оскорбить, лапочка. Но ты не мог бы заняться своими деяниями снаружи. Я слышала у мистера Мартинеза новый дверной колокольчик. Надеюсь, никто не станет звонить ему в дверь и убегать. Звонить в дверь и убегать? Вы предлагаете мне обратить мой злой гений на детскую игру? Угу. Что так. В доме мэра делает такой огромный сундук? Его оставили трое незнакомцев, приехавших сегодня в город. Они называют себя братьями Ромеро. Говорят, они охотятся на демонов. На твоем месте я бы спряталась, пока они не уедут. Угу. Чем занят мэр? Говорит с одной из Ромеро. Девушкой. Кажется, ее зовут Лиса. Ну и имечко. И почему они называют себя братьями Ромеро, если среди них есть девушка? Тогда уж они братья и сестра Ромеро. Не знаю. Может, это рекламная фишка? Не знаю. Может быть. Так, ясно. Готов поспорить, вы не поднимете вон тот большой трофей. Я не стану его поднимать. Почему? Ты наложил на него цыганское проклятие. Откуда вы знаете? Я ведь в ту ночь была здесь. Разве ты не помнишь? Ты даже попросил меня дать тебе черную свечку и 4 фисташки. О, точно, припоминаю. А кстати, у вас не найдется других полезных вещиц? Отмычки, например, пары ножниц или снайперской винтовки? Нет. Иди-ка заниматься своими шалостями где-нибудь в другом месте. Так... А, все. Доброй ночи, миссис Джонсон. Поговорим позже. Доброй ночи, дорогой мой. Так, ступеньки. Здесь идет ремонт. Понятно, значит, сюда нельзя проникнуть. Пойдемте к мэру, зайдем, глянем. Так, действие. Дверь закрыта. И? Эта дверь ведет в кабинет мэра. Ну, понятно. Я не могу говорить с этим. Ладно, пока закрыто. Ладно, пойдемте тогда на площадь сейчас сходим.
Заберем того, что там, растворитель или что там он пьет. Так. Иди сюда. Стоп. Не туда. Так, на тебе, я понимаю, вискаря. Ого, да это великолепные виски 25-летней выдержки. Мой растворитель для клея и в подметке ему не годится. Благодарствую. Так, хорошо, он бухает. Растворитель. Это бутылка растворителя для клея. Как ясно из названия, эта жидкость нужна, чтобы растворять клей. Угу. Я помню, что в этом же... У нас ванной. Пойдемте сходим. Домик там какой-то этот заклеенный. Здесь мы все рассмотрели, я не помню. В этих мусорных баках не осталось ничего полезного. А, ясно. Ладно, пойдем тогда. Пойдем сходим точно, я ж помню. Бабка еще не хочет отдавать этот. Угу. Краник шумит. Вот сюда, наверное, шкафчик с лекарствами. А зачем нам лекарства? Ну, видно, наверное, что-то надо будет. Престо! Растворитель для клея действительно быстро работает. Угу. Откроешь? Я думал, что мои самодельные лекарства внутри. Теперь, когда я об этом размышляю, мне кажется, что в первую очередь это то, что приклеило дверь шкафчика. Вещами, сделанными с помощью злой липучки, ужасно сложно управлять. Возьмем. Экстра мягкая туалетная бумага с шелковой текстурой и мятным ароматом. А это со снотворным? Все анекдоты, в которых есть... И затем я ушел за снотворным, просто отличнейшие. Так, все там больше. Он уже открыт. А, больше ничего там нет. Я думал, что мои самодельные лекарства внутри. Теперь, когда я об этом размышляю, мне кажется, что в первую очередь это то, что приклеило дверь шкафчика. Вещами, сделанными с помощью злой липучки, ужасно сложно управлять. Угу. Так, у нас есть вещи, еще какие-то. Экстра мягкая туалетная бумага с шелковой текстурой и мятным ароматом. Угу. Мятным. В блистере осталась лишь одна таблетка снотворного. И все, да. А куда нам сейчас? Пошлите в бар сходим. Надо что-то... Так, я уже не помню. Так, в баре что там может с этим мужиком? Как у него ключ взять? И так же сидит. Вот с этим надо поговорить. Привет! Привет! Как бы мне хотелось взглянуть на ваш таинственный ключ. Простите, но я достану его только, если остальные решат открыть сундук. Угу. Наверное, здорово быть охотником на демонов, да? О, да. Столько новых знакомств. Да еще упражняешься, сражаешься со злом, путешествуешь и пробуешь новую выпивку. Просто здорово! Ха-ха! А, он говорит про новую выпивку.
Так, а что здесь? Где остальные? Точно не знаю. Лиса, наверное, разговаривает с мэром. А мангуст упражняется где-нибудь. Этот шкет не знает. Ну ладно, этого мы... Ключ у него... До свидания. У меня есть другие дела. Было приятно поболтать с вами, сэр. Какую-то выпивку. Здесь есть что-нибудь в мусорке? Мусорный бак забит до... Ой. Я знаю выражение «одному мусор, другому сокровище». Но на этот раз это определенно мусор. Угу. Так, еще с этим мужиком здесь. Какой-то здесь стоит. Надо подумать, что с ним. Давай поговорим еще раз. Привет! Привет! Я и не услышал, как вы подошли. Вижу, вы не притронулись к своему коктейлю. Да, этот мохито не очень. Мята, что в него положили. Она такая старая, почти безвкусная. Если не будете пить, можно я его заберу? Не, я его выпью постепенно. К тому же, даже если напиток так себе, с ним в руке я все равно выгляжу круче, правда ведь? Нет, но вы все равно слишком слепы, чтобы это заметить. А вы меня подловили. Можно мне ваш напиток? Нет. Подожди, мы же взяли... У меня еще куча дел. Увидимся. Так, есть же бумага, он говорил, какая-то. Экстра-мягкая туалетная бумага с шелковой текстурой и мятным ароматом. Может, ему-то дать надо? Что это? Наша особая даркестрильская мята. Только вдохните. Чувствуете, какая сильная? Круто! Она уж точно улучшит мой мохито. Дайте-ка попробую. Теперь куда лучше. На вкус было здорово. И текстура просто прекрасная. Такая нежная. Премиального качества. Лучшая из лучших. Спасибо. Можно я верну стакан в трактир вместо вас? Да, конечно. Почему бы и нет? Спасибо еще раз. Престо. Так, отлично, мы стакан. А что ему у бармена заказать или что? Стакан пуст. Пессимист скажет, что стакан пуст. А оптимист, если он выиграл лотерею или что-то вроде того, ну, сам знаешь, оптимисты они такие. Хм. Ладно, пошлите в бар, взяли мы стакан. Любит какие-то напитки, но я что-то немножко... Наверное, сомневаюсь, что мне без денег что-нибудь нальют. Давай. Поговорим. Привет. Привет. Я бы хотел сделать заказ. Послушай-ка, хочешь что-то заказать? Сперва верни долг. И лучше поторопись. Угу. Лучше пойду-ка подышу снаружи. До скорого! Так. А, здесь просто орешки, меню. Ну, он сказал, что любит пробовать новые напитки, а что мне? Получается, мой стакан. Может, его это, снотворным... напоить. Пойду я в дом, в эту ванную схожу. Там у меня есть вода и снотворное. Может, его и правда надо усыпить. А как с той лисой делать, я вообще не понимаю. Ее даже еще не видел. Так, вон у меня краник есть. Подожди. Могу ли я? Правильно. И туда вот это. Отличная мысль. Сколько возможностей. Угу. Так, а здесь ванной? А нижнего шкафчика нет.
Вот это не могу понять, если что-то держит ее. А как мне достать? Может, косточкой поковырять? Я не могу использовать здесь кость. Не, так вот здесь. Я не могу использовать здесь кость. Не знаю. Нет, спасибо. Ой. Здесь просто много всяких таких... Не нужно мазать это чернилами. Всякой хрени, что непонятно. Ну ладно, пойдем сейчас сходим в бар. Сказал, что любит пробовать. Думаю, хрен он выпьет это. Зачем нам тогда снотворное? Кого? Иди сюда. Ну, давай попробуем. Не знаю. Не хочешь глотнуть? А что это? Наше особое местное пиво. Дай-ка глотну. Это пиво слишком слабое. На вкус почти как вода. Кажется... А, все правильно, мы его усыпили теперь. Так. Посмотрим-ка, что у него в карманах. При всех полез в карман. Вот и он. Ага. Один из ключей к сундуку демонов. Я на шаг ближе к освобождению Доминго. Угу. Так, у нас есть два ключа. Вот это что-то... Это талисман Маржа на удачу. Не очень-то он ему помог, а? Угу. Так, мы добыли. Ну, остается, наверное, только туда идти. То есть это... В дом мэра видно. То есть, подожди. Можем зайти? Дверь закрыта. Надо... Что-то он говорил с этой бабкой. Подожди, может, еще раз поговорить. Добрый вечер, миссис Джонсон. Добрый вечер, Сид. Ну. Могу я поговорить с мэром? А встреча у тебя назначена? Да. О, правда? Дай-ка проверю ежедневник мэра. Нет, тебе не назначено. Знаешь, Сид, у меня был долгий день. Почему бы тебе не разыграть кого-нибудь другого? Разыграть? Разыграть? Прошу, не оскорбляй меня, женщина. Я не устраиваю розыгрышей. Я творю злые деяния. О, я Подожди. Не хотела тебя оск... Но ты не мог бы заняться своими деяниями снаружи. Я слышала у мест... Надеюсь, никто Какой? Не станет звонить ему в дверь и убегать. Звонить в дверь и убегать? Вы предлагаете мне обратить мой злой гений на детскую игру? Так, ну, дома мэра мы не видели. Логично было, там, может, позвонишь... Колокольчик, он выйдет, и мы его встретим хотя бы. Ну, разговаривает с этой, она мне скажет так. Угу. Она не хочет идти. Доброй ночи, миссис Джонсон. Поговорим позже. Доброй так, ночи, мне, дорогой видно, мой. Мне, видимо, нужно записаться как-то. Потому что у меня есть чернила, есть, наверное, перо вот это. Что ее может напугать? Он же все-таки демон, подожди. И вновь я вселяю ужас в сердца жителей Даркествилля. Ты хочешь, чтобы у меня инфаркт случился? А ну отдай. И не смей так больше делать. Все ясненько. Ну, здесь нужно думать как бы такими делами. Так, ежедневник мэра. Собрать. И кто бы мог подумать, что у замка Даркествилля есть политическая повестка? Здесь миссис Джонсон записывает расписание дня мэра. Ясно, теперь нам... А, наверное,
перо с этим. Отлично. Скрестить. Теперь у меня есть перо и чернила. Угу. Теперь мы можем писать, и сейчас мы себя впишем. Пришлось применить творческий подход. Зато теперь расписание мэра куда лучше. В нем не только появилась встреча со мной, но к следующей субботе мэр объявит войну трем разным странам. Я извел все чернила, так что выброшу перо. Да и вряд ли мне оно снова пригодится. Угу. Значит, все правильно. Я внес в ежедневник пару поправок. Теперь нужно отдать его обратно миссис Джонсон. Ну давай его отдадим. Оставлю его здесь. Ого, ты его нашел! Спасибо, дорогой, а то я вовсю ищу этот ежедневник. Так, и теперь к мэру идти или что? Так, ну давай. Добрый вечер, миссис Джонсон. Добрый вечер, Сид. У меня назначена встреча с мэром прямо сейчас. О, правда? Дай-ка проверю. О, действительно. И судя по тому, что здесь сказано, и правда, прямо сейчас. Прямо что сейчас. Ж, я предупрежу мэра. Дай-ка мне минутку, дорогой. Мистер мэр, да, у меня тут кое-кто ждет встречи с вами. Да, ему назначено. Прямо сейчас. Отмечено как срочное. Хорошо, я ему передам. Привет, я тут... Убирайся, я жду важного посетителя. Но я... Проваливай немедленно, я с тобой позже поговорю. А, он его выгнал. Ну, давайте с лисой. Интересно, у нее настоящий хвост или накладной? Впрочем, она хорошенькая. Ну да. Интересно, я знаю такую штучку. У девушек с хвостом. Ну-ка, потрогай ее. Нет, я не из таких демонов. Да ну, гонишь ты, что ты не из таких. Ладно, привет. Давай. Привет, Дэн, верно? Дэн Типпот? Как видишь. А ты? Лиса. Лиса Ромеро. Я вела переписку насчет нашего найма. А, о, да-да, конечно. Угу. Так, как ну ты давай. Пришла к очевидному выводу, что я Дэн Типпот? Ну, в переписке ты упоминал, что у тебя чудесная широкая улыбка. О, разумеется. А еще, что ты высокий и стройный. Чудесная улыбка, высокий и стройный? Похоже, у Дэна серьезные проблемы с самовосприятием. Что? Ничего, ничего. Это я сам себе. Так. Какой странный сундук. Что в нем? Демон, которого ты велел нам поймать. Ну, не только он. Еще и все демоны, которых мы ловили много лет. Видишь ли? Это необычный сундук. У него внутри маленькое карманное измерение. Любопытно. А что, если кто-то случайно оставит сундук открытым и освободит всех демонов? Не переживай. Сундук закрыт на 3 замка. У каждого из Ромеро по ключу. Так что без нашего явного согласия сундук не открыть. Понятно. Угу. Что так. ты делаешь у мэра? Я показывала наши документы местным властям. Проблемы с законом нам ни к чему. А где остальные члены команды? Морж в трактире, а мангуст упражняется на кладбище. Значит, гипотетически говоря, вы разбрелись в разные стороны. Если бы кто-то собрался напасть на вашу команду, сейчас был бы самый подходящий момент, так? Наверное. Угу. Ты хорошенькая. Что? Ничего. Ясно. Мой приколист. А ты не хочешь случайно взять тот точно не проклятый золотой кубок? Нет. Зачем? Что? Это был весьма неожиданный комментарий. Правда? А я решил, что это отличный способ поддержать разговор. И почему ты упомянул, что кубок точно не проклят? Не говорил я такого. Нет, сказал. Не говорил.
Я просто заметил, что вон тот кубок прекрасно смотрелся бы у тебя в руках. И что нечего волноваться ни о каком цыганском проклятии. Ну вот опять. Неа. Да, ты только что сказал, нечего волноваться ни о каком цыганском проклятии. Так и чего ты тогда волнуешься? Ты такой странный. Ну ничего, мне нравятся странные ребята. Просто возьми кубок. Ну, просто возьми кубок. Так. Итак, чтобы открыть сундук, нужно 3 ключа, верно? Можно мне взглянуть на твой? Прости, я не могу тебе его показать. Мы так условились. Если ключи попадут в дурные руки, может начаться настоящий хаос. Какой такой хаос? Ну, представь, что кто-то выпустит всех демонов из сундука в таком маленьком городке. Да. Только представь, как все эти демоны присягают на верность своему спасителю. И вот он становится королем демонов, и вместе со своей новой демонической армией он покоряет мир. Что? Ничего, ничего. Угу. Так. У меня есть другие дела. Поговорим позже. Пока, Дэн. А как мне ее заставить, чтобы она... Может показать этот кошелек мангуста, может он что-то будет говорить. Давайте попробуем. Где ты его нашел? Это же кошелек мангуста. Ах, это... Ну, я нашел его на кладбище. Надеюсь, с твоим другом ничего не случилось. Но если я был бы на твоем месте, я бы сразу побежал узнавать, что стряслось. Не волнуйся о своих вещах. Я тут за всем пригляжу. Я не могу оставить сундук без присмотра. Дождусь моржа, а потом уже пойду узнаю, что случилось. Надеюсь, все в порядке. А, ну теперь надо все правильно. Теперь мы, наверное, покажем вот этот хвостик это. Это же талисман моржа на удачу. Морж всегда носит талисман с собой. Где ты его нашел? На выходе из трактира. Возможно, тебе стоит сходить туда и все разузнать. Не беспокойся за свои вещички, я тут за всем пригляжу. Ты прав, вокруг творится что-то странное. Лучше мне пойти и во всем разобраться. Дэн, это очень важно. Пригляди за моими вещами и прошу, не давай никому трогать сундук демонов, пока меня не будет. Ты понял? Это очень важно. Ага, ясно, понятно. Даже не переживай, ты поступаешь правильно. Пока, скоро увидимся, не торопись. Так, она оставила сумку. Ох, как почесала. Конечно, я присмотрю за твоими вещами. О, иногда я бываю таким обаятельным. Теперь мне нужно поторопиться, пока она не вернулась. Так, осмотреть или что-то взять? Посмотрим, что тут у нас. Бумаги, бумаги, бумаги и... Угу. Вот он! Последний ключ, который нужен, чтобы открыть сундук. Так, и теперь мы... Что, это короткая игра или здесь еще будет продолжение какое-то? Давай. Не волнуйся, Доминго, я уже здесь. И скоро тебя вызволю. Просто дай мне минутку. Интересненько. Доминго! Вот ты где, дружок. Я так по тебе скучал. Не переживай. Я здесь, теперь все будет хорошо. А это кто такие? О, мы демоны 5-го круга ада. Я король Виго, птенчик. А теперь скажи, где мы очутились? С удовольствием. Позвольте представиться. Я Сид, демон Даркествилля. И вы сейчас как раз в Даркествилле. В Даркествилле? Что ж, мальчики, раз уж мы снова на свободе, давайте повеселимся. Мы захватим Даркествиль и покажем жалким человечишкам, кто здесь главный. Эй, но ведь я вас выпустил. Вы должны мне подчиняться. Отличная шутка, малыш. Спасибо, что освободил нас.
Мне нравится твой подход, но я король Виго, и я никому не подчиняюсь. А теперь примемся за дело. Этот город сам себя не разорит. Но... И кто бы мог подумать, что демоны — шайка таких неблагодарных мерзавцев. Но главное, что ты в порядке, Доминго. Теперь давай-ка отправимся домой, где я смогу сделать для тебя новый аквариум. Пойдем, Доминго, за мной! Вот так, мальчик! Да, мой хороший мальчик. Какой же ты умный для рыбки. Не бойся. Я сделаю для тебя новенький аквариум, и он тебе очень понравится. Я даже приделаю сверху пулемет, чтобы никто тебя больше не потревожил. Понятно. Давай, дружок, еще немного. Ты довольно быстрый для огромной рыбы на суше. Интересно. Странно. Не припомню, чтобы закрывал дверь замка. Кто идет? А, это ты. Прочь с моего газона. Что? Что? Твоего газона? Что ты делаешь в моем замке? А ну убирайся. Так это был твой замок? Был? Это и есть мой замок. А ну открывай дверь. Не-а. Так. Я думал, он немножко сейчас завершится, но ладно, давайте проведем здесь диалоги, поспрашиваем. Открой дверь. Не то я как дуну, как плюну, так весь замок снесу. Вот уж не думаю. У тебя и настоящего рта-то нет. Эй, а вот это было обидно. Спасибо. Я подам на тебя в суд. Как пожелаешь. У меня в подчинении орды воскресших юристов. Угу. Надеюсь, никто не откроет дверь замка. Ну? Тогда тебе совсем не понравится, если я... Эй, погоди-ка. Неплохо. Я почти купился. Будь другом, открой дверь. Не. Открой, 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 открой! Нет, 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 нет! Открой, 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 открой! Послушай, кто-то из нас должен вести себя как взрослый, и это буду не я! Давайте. Открой, 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 и еще раз открой! О, ради всего злого! Что за надоеда? Должен ведь быть какой-то способ! А, вот и рычаг! Угу. А вот интерлюдия первая. О боже, ирония. О, я попал в свою собственную ловушку. Какая ирония. Хотя бы Дэна Типа-то здесь уже нет. Интересно, ему удалось сбежать? Или его постигла участь Валдо? А, это скелета. Ой, ясненько. Давайте будем на этом сегодня завершаться. И будем уже выбираться с этой клетки уже в следующей серии. И продолжим игру эту. Ну, мне нравится, она такая смешная, юморная. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо. Всем пока.